училка по географии хорошо относилась к нам. Журналы с порнографией давала смотреть пацанам. И на уроке показывала сиськи свою пизду. И с упоением рассказывала про Египет и про Перу. А тем, кто учил задания и знал на отлично предмет, в поддержку и назидание делала классный миньет. Жизнь наполнялась знаниями. И можно конкретно сказать, что географию знали мы больше, чем просто на пять.